Доброго здоровья! Поступают жалобы на мой канал. А именно, вот, допустим, Ашот пишет, как делать, чтобы я смог слушать аудиокниги, что делать далее. Значит, я ему выслал книжку «Основы здоровья», но человек говорит, я не могу, что-то ему не нравится. Чтение, как аудиокниги слушать. Я уже говорил, что они не высылаются по электронной почте. Почему? Потому что электронная почта пропускает там, допустим, определенное количество мегабайт, а книга весит гораздо больше, она не идет. Как стать спонсором канала? Вот как просто-напросто помогать каналу? Сейчас давайте мы все это дело посмотрим, что, что и как. Итак, заходим в Яндекс и в Яндексе набираем Малахов Геннадий. То есть, чтобы найти мой значит, YouTube-канал. Так, набрали. Что он показывает? Найти Малахов Геннадий Петрович. Значит, вот он по различные картинки. Это здесь у нас Википедия. Это у нас, вот смотрите уже, главный канал, не канал, а сайт мой, Малахов Про. О здоровом образе жизни вы уже можете зайти просто-напросто и смотреть. И, наконец-таки, мы с вами заходим на YouTube-канал. Вот он, YouTube-канал. Видите? Щелкаем на него. Появился? Так. Музончик убираем. Значит, смотрите. Говорят, что где-то здесь сразу же имеется кнопка спонсорства. Нажимаете, и дальше пошло, и так далее. Это одно. Ладно. Теперь смотрите. Вы хотите зайти в мою библиотеку. Вот она, главная страница. И уже здесь зайти в мою библиотеку. Вот он, ссылочка, по которой можно зайти в мою библиотеку. Посмотрим, работает она или не работает. Говорят, что невозможно зайти. Нажимаем. Скорее всего, у людей, которые не могут зайти, у них просто-напросто спонсорство уже кончилось. Вот она, моя библиотека. Вот она, газета. Ну, давайте в библиотеке мы тут раз нажали. Основы здоровья, книга, моя, так сказать, книга. Записки голодающего есть. Индивидуальная конституция есть. Лечение керосином есть. Целительные силы есть. Все о запорах. Лечебное раздельное питание, онкология, мандалы. Ну, давайте нажмем «Основы здоровья, единая книга». Нажимаем. Вот сюда надо нажать. Нажимаем, что будет. Секундочку, опять секундочку. О, основы здоровья есть. То ли та книга не загружена, то ли еще что-то. Так, вот смотрите, можно увеличить масштаб, прекрасно читать. Вот, значит, страницу, я так понимаю, хоп, о, переключила на страницу. То есть, прочитали. Вот, часть первая. На чем должно основываться лечение, оздоровление, омоложение человека, пожалуйста, вы тут можете масштаб выбрать больше, больше сделать, больше, чтобы вам было удобнее читать, потому что все мы с вами... А, это не делается так, да? Жаль, что оно так не делается, не раздвигается. А если я вот так сделаю? Ну вот так, то есть, можно сделать. Ага. Можно сделать так. А здесь немножечко сократить. То есть, о, какой, смотрите, шрифт. А, читайте, пожалуйста, все видно. Отлично. Идем дальше. Переключаемся. Значит, основы здоровья есть. Ну, давайте, лечение керосином, тадикампом. Есть ли или нет? Пожалуйста, есть тадикампом, керосином. Страница такая-то. И мы вот щелкаем. Пошло дело, Малахов, свойства керосина, свойства нефти, пошло, пошло. То есть есть, есть, то есть вы заходите с самого YouTube-канала, заходите. То есть работает эта вещь, единственное, что я так понял, не все книги выложены.
Допустим, мандалы. Ну-ка, что тут у нас насчет мандал? Видение насчет мандал есть все. Ага. Вот она, все идет, все, все показывает. Так. Какая у нас не работала? Мандала есть, онкология. Работает? Секундочку, подождите. Вот, скорее всего, онкологии, наверное, и нету. А онкологии-то и нету. Куда-то делась. Может быть, не была загружена, может, ее убрали. Лечебное раздельное питание. Ну-ка. Ага. Лечебное раздельное питание, пожалуйста, есть. Все как положено. Вот она, вот она, вот она. Введение в науку питания и так далее. Работает. Так, целительные силы работают или нет? Секундочку. Целительные силы, вот они, красавчики. Работают. Так, о, прекрасно. Все, функция как, что, что. Работает. То есть, еще разок. Значит, у нас работает, за исключением некоторых, у нас работает практически вся библиотека. Жизнь без паразитов. Давайте еще щелкнем. Секундочку. Жизнь без паразитов загрузилась. Работает. Все. Пошло. Вот она. Щелкаю. Ага. Есть. Есть. Значит, переходим. Это у нас главное моего сайта, где есть библиотека, магазин, можете в магазин заходить, можете не заходить, я там не вижу. Газета работает или нет? В газете я столько много выложил материала, делал сам газету, понимаете, сам газету делал, без всяких этих самых. Газета «Малахов ПО», номер один за 10-й год, пожалуйста, вот она, работает. Все, газета работает. Дальше я не хочу смотреть. Значит, это работает. Сайт открывается и работает. Статьи вы можете посмотреть. Статьи, смотрите, сколько тут статей. 1079. Медицинские банки против радикулита. Методы работы со шрамом. А нужен ли здоровый образ жизни? О банкете ЖОС подробный разбор. Мода и здоровые стопы. Профилактика при простуде ангины. Вот они. Щавель конский. Яблоки для прекращения камнеобразования в почках. Есть. Применение березового дюхтя. Есть. Читать. Нажимаем читать. Пошло. Вот она, пожалуйста. Есть. Мазать. Письма читателя. Ангина, березовый дюхтя, грибок. Тут еще что-то там такое. Значит, с библиотекой мы с вами разобрались. Закрываем ее. Закрываем. Теперь станьте спонсором канала, и вы получите доступ к эксклюзивным бонусам и так далее. Кстати, вот смотрите, что мы можем сделать. Спонсорство. Нажать вот на это вот. То есть это главное. Это у нас видео. Какие видео вообще тут на канале имеется, да? Шотс, я не знаю, трансляции, плейлисты, пожалуйста, плейлисты, сообщество, спонсорство, наконец-таки. Нажимаем на спонсорство. Что он говорит? Так. Настроить так, спонсорство. Значит, какие видео на спонсорской этой подписке? То есть, так вкладку спонсорства видят ваши спонсоры. То есть, те люди, которые записались, грубо говоря, на это дело. Только для спонсоров. Обрыв привязки. Врач от Бога. Аудиокниги слушать. Вот что Ашот хочет послушать. Пожалуйста, вот. Я не знаю, как войти, вернее, как вот подписаться, как это самое. Это уже ваши проблемы. Я просто это, даже не я это сделал. Это я заказал людям, которые мне это все сделали, наладили. Я сейчас просматриваю, работает это, не работает. Только для спонсоров. Курс лекций, целительные силы, ведение. Вот они, вы можете их слушать. Вот вы хотите слушать, так вот найдите тогда человека, который в этом деле разбирается. Но найдите человека. Смотрите, мы опять-таки переходим с вами на главную. Мы перешли с вами на главную. И смотрите, вот она.
Здесь написано: станьте спонсором канала, и вы получите доступ к эксклюзивным бонусам. Подробнее ссылка. Нажимаем на эту ссылку, и вот что она нам покажет. Что тут она нам показывает? Вот как тут пользоваться? Или это опять-таки она на эти все видео, это самое, только для спонсоров, это целебная кунария, доступ к видео ограничен. Как стать? Там говорят еще разок, что имеется какая-то кнопочка. Дальше что-то там надо подключить, или там свою карточку, или еще что-то там надо сделать. Я не знаю. Поэтому вы поспрашивайте, кто как подключился, что надо сделать, почему у вас не получается. Плейлисты, пожалуйста, плейлисты. Плейлисты, вот, целительные силы, целительные светы и так далее. Это плейлист целительной силы. Я уже разбил, потому что несколько, будем говорить, отрывков книги, я решил их не разбросать кое-как, а собрать именно, если целительные силы, вот как раз там аудиофайл висит, и пошло. Воспроизведить все. Целительные силы 3, целительные силы 2, целительные силы там 1, и так далее, так далее. Вот там стрим, шмим, так, этот самый. Это плейлисты, просто плейлисты. Есть, ясно, все. Значит, плейлисты тут избрано. Целебная кулинария, доброго здоровья. Доброго здоровья в одном 1242 видео. Целебная кулинария 178 видео. Природная косметика 15. Отдохни, расслабься 42. Родные милые места 168, Малахов интернет-газета 79, ну там закаливание 28, как я, турнир во Владимире 3 видео, чат я не знаю, его можно удалить, авто и дороги 131 видео, о себе любимом 501 видео, лунный цикл 838 видео я делал, старался, паразиты человека 53 видео, чистки организма 54 видео. Школа лечебного голодания 75 видео. Спонсорский, вот он, спонсорский, 21 видео. Гиревой спорт 205. Мой травник 47. Про камни одно видео. Стрим там, что-то там, 13, ладно. Школа духовного и физического совершенства 192. Женский клуб «Здравушка» 20. Целительные силы 12 видео. Целительные силы 2. 9 видео. Это как раз это аудиофайл висит. Хрен его там перешлешь по почте. Далее, что там у нас? 3 целительные силы, 8 видео. Целительные силы 4, 10 видео. Плейлисты. Все. Значит, что, еще раз хочу я сказать, что я мог, что я знаю, я вот могу переслать, допустим, свою в формате вот это вот, в цифровом формате PDF книжку, я вам пересылаю. Но если я не знаю, что, что, как, и вот это вот долбаться и все это такое, не знаю. Спрашивайте у других людей, как они подписали, что они делали, как они прикрепили, карточку, не карточку и так далее и тому подобное. У меня нет таких возможностей, я... Еще раз, что могу, то я делаю, что я не могу, не знаю, не надо с меня этого требовать. На этом мы с вами и закончим.